когда ракета выводится, он висит, и перегрузка идет. И вот его вот так вот даже немножко покачивает немножко. Плюшевый бегемот в руках космонавта – индикатор невесомости. Его экипажу космического корабля «Союз ТМА-06М» подарили Аня и Алиса Тарелкины. Его костюмчик очень на твой похож. И еще мы прилепили вот такую вот наклеечку. А, эмблемка наша? Ну, здорово, да. Молодец. Нам сами очень, он, ваш экипаж очень представлялся как бегемот. Так как этот бегемот большой и добрый. Это уже традиция. В российском корабле всегда должен быть детский талисман. А для космонавтов во время полета он еще и важный навигационный прибор. Счастливого полета. Мама, дай мне вот эту штучку. Скалочку. Скалку. Это называется скалка. Это символ кухонной власти. Да. Большая семья Тарелкиных расстается на столь долгий срок впервые. 9 лет тренировок, сплошные командировки и сложнейшая подготовка в отряде. Они все прошли вместе. Их старшая дочь Алиса родилась как раз, когда папа собирался в отряд космонавтов. А когда уже на морских испытаниях кандидат в космонавты Евгений Тарелкин выбирался из пускаемого аппарата, на свет появилась младшая, Аня. Как раз так совпало, что я только пошел на тренировку, и у меня супруга начала рожать. Сейчас вот уже родили мы девочку. 3600, все как положено, 53 сантиметра. Так что нормальная девчонка. Сейчас я счастлив. В этом году десятиклассница Яна Новицкая стояла перед выбором. Поехать в молодежный лагерь «Орленок» как победитель космического конкурса или проводить папу в космос. Без вопросов. Байконур и первая космическая командировка отца были у Яны на первом месте. У меня была тема подготовка российских космонавтов в НАСА, ЕКО и ЖАКСА. И я заняла там второе место. Это тоже все проходило в ЦПК. И выиграла вот путевку в Орленок. Но все-таки это, не знаю, полет папы в космос. Пришлось отказаться. Командир корабля Олег Новицкий накануне отметил свой день рождения. Уже на космодроме. Впервые семья Новицких собиралась за разными столами. Даже в тяжелое время, когда Олег, боевой летчик, воевал на Северном Кавказе, семья договорилась всегда отмечать семейные праздники вместе. Это были 90-е годы. Нам тогда полгода не давали зарплату, денег дома не было. И в 7 вечера раздается звонок. Мы открываем дверь, и там стоят 5 семей, с которыми мы дружили. Один наш друг, Гена Ванюхов, говорит: выключайте свет, будем задувать свечи на торте. Выключаем свет, он заносит буханку черного хлеба. И воткнуто столько спичек, сколько моему мужу лет. Он зажег эти спички, и муж у меня задувал эти спички. Вот. В тот день мы решили, что в любом случае, есть у нас деньги, нет у нас денег, что бы ни случилось, день рождения мы будем отмечать, и мы будем приглашать всех друзей. Она привыкла ждать. Когда муж улетал на боевые, по гулу самолета определяла, что вернулся именно Олег. Не могла заснуть, пока не узнает, что с мужем все хорошо. В общем, Юля – настоящая жена военного, а теперь и космонавта. Всегда сильная и мужественная. Правда, сейчас вдруг не сдержала слез. Когда пришли домой после того, как его проводили, я говорю: Ян, ты понимаешь, папа уехал на полгода. Она говорит: ты знаешь, а мне кажется... Можно пока? Я думала, не такая эмоциональная, как Яна. Вот, она говорит: а я думаю, что он вечером придет с работы. То есть как-то ни она, ни я не осознали еще этого. Большая радость, когда мечта близкого человека сбывается. Это колоссальный труд проводить мужа достойно, чтобы он был уверен в тех, кто остается на земле. И огромная сила воли – ждать. Даже на высоте в 400 километров они будут как никогда близки. Это уже финишная прямая экипажа. Примерка корабля на космодроме. Проверка, все ли готово к полету. На ближайшие полгода Олег Новицкий, Евгений Тарелкин и Кевин Форд – единая космическая семья. В космический рейс отправляется экипаж, ни один из членов которого не летал на «Союзах».
Для них этот полет – первая длительная экспедиция. Раз, два, три, четыре. Готово, затянуть ремни, подтяга бабочки. РПВ 1К есть, одеть перчатки, контролировать вентиляцию. Якобы 2, плечевые ремни затянуты. Они взяли позывной в честь одного из самых больших пятитысячников Кавказа. Впереди у казбеков поколение новой, уже космической вершины.